Итак, наконец-таки вторая часть. Наверное, кто-нибудь там из вас очень долго, наверное, ждал в эту неделю с небольшим. Сколько там дней с тех пор прошло, с тех пор, как я первую часть запилил про компонентный кабель EPS-2. На этот раз у нас, как вы сами видите, вот здесь PlayStation 2 и компонентный кабель как раз таки подсоединен к данному апскейлеру -лайн-даблеру. Вот. И на этот раз я уже подсоединил все это к LT-шному 19-дюймовому монитору от LG Flatron F920P. Вот. И сегодня буду вам сейчас тут показывать чуть-чуть, как выглядит картинка и так далее. PlayStation 2 через компонент на уже кинескопном мониторе. На этот раз уже буду пользоваться HD-лоудером, потому что эльфом там очень как-то я уже забыл, как там, что надо делать. Вот. Картинка сейчас нам, я вижу все в прогрессиве, то есть картинка, она не трясется. Если кому интересно, могу поднести поближе камеру, если камера, конечно, покажет вам хоть что-либо, потому что, опять же, картинка не трясется, может быть, моя рука трясется, потому что все-таки сейчас тут чуть-чуть в неудобной позе сижу. Но на удивление все показывает в прогрессиве, то есть на экране есть черные линии и картинка стабильная. В отличие, если бы оно все сейчас показывало в интерлейсинге, то оно бы все было так вот потрясало. Ладно, что у нас тут? Давайте-ка, наверное, начнем с Gunstar Heroes Collection. Начнем с последнего, то, что было в предыдущем видео. Ух ты. Сейчас тут можно чуть-чуть поднастроить картинку. Что-то тут она чуть-чуть съехала. У каждой консоли она по-разному. И так. Ага. Так как, опять же, это кинескопный монитор, здесь картинки, вообще контрастность, она прям просто превосходная. На этот раз давайте посмотрим, как выглядит Gunstar Heroes. В японской версии просто игр надо нажимать не на X, а на кружок. Display settings. А прогрессивный. Это вот сейчас 240p, типа на экране, который тут должен быть line double. Ну, с удвоенной как бы линией, но. Как-то мне не нравится, когда она в таком разрешении, потому как все равно как-то оно здесь не очень.
странно. Очень странно выглядит. Какие-то вдруг... Видите, да, это вот все? Это жесть просто какая-то. Ладно, еще раз. Давайте-ка вот это. Standard and Smooth. Standard все-таки лучше смотрится, чем... Компонент как бы страдает так вот, вот такими помехами в изображении, краски, вот, 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 вот эти вот самые линии какие-то непонятные. Вот. Картинка, в принципе, сносная, я бы даже сказал, очень даже классная. То есть, все-таки из-за того, что здесь речь идет и о кинескопном именно мониторе, то ладненько, давайте теперь какой-нибудь другой диск, типа вот так вот выключается PS2, включаем опять, ну, сигнал сказано. PS2 фетки мне прежде всего нравятся за то, что можно проигрывать образы с жесткого диска, а не с диска, скажем. Так. Давайте-ка посмотрим, как выглядит здесь градиус 3 и 4. Угу. Это, видимо, игра запускается чисто в низком разрешении сразу, видимо. Ладно. Включаем, включаем опять. Не ту чуть-чуть игру я выбрал. Так, R-Type Final, вроде как, ничего так, шутер для показа, но опять же, по-моему, тут нет
нету такого как количества игр, которые бы показывали именно в прогрессиве. Интересно то, что... Картинка, опять же, показана здесь у нас в... Картинка здесь у нас как раз-таки в, опять же, в прогрессиве, на удивление. Краски чуть-чуть такие замыленные, то есть здесь графика по дефолту, она как мыло. Опять же, некоторые говорят, что сам этот Gondes 8200, он сам по себе как бы не очень апскейлер для этого всего. То есть он показывает графику чуть-чуть замыленную, такую какую-то ни рыба, ни мясо. Вот. В плане контрастности я могу сказать, что в принципе компонент у PlayStation 2 неплохой, но опять же на некоторых играх, например, как вот эти ретро-компиляции, вылазит всякого рода мусор с помехами. И то, опять же, помехи не от наводки, а именно просто сами помехи от PS2. То есть, видимо, Sony как-то хреново спроектировала компонентный сигнал, именно чтобы пользоваться именно этим YPDPR кабелем. Вот, поэтому да, здесь как бы оно чуть-чуть не очень. Гайбикит-схема. Посмотрим, как выглядит здесь, в не ретро игре, как выглядит графика. По крайней мере, на экране есть те самые черные полосы, значит о том, что каким-то образом картинка показана именно в прогрессиве. Хотя, опять же, я тут не переключал как бы при помощи комбинации из кнопок. Если игра работает именно с компонентом, то там надо как-то там, по-моему, треугольник и X, по-моему, зажать и нажать на старт при загрузке. Вот. И в тех играх, где как раз есть данная фича 480p, там игра еще спросит, типа, вы точно хотите 480p? То есть там надо еще подтверждать, как бы. Вот. А тут как бы этого ничего нет, но картинка вот она показана именно в прогрессиве. Хотя, опять же, она очень мыльная, как вы сами сейчас, наверное, видели. Вот она мыльная-примыльная. Дальше. Давайте-ка что-нибудь еще покажу вам на PS2. Опять же, это видео не совсем нацелено на технические всякие эти характеристики, зачитывание из Википедии. Я просто вам показываю, как именно есть, как вот если бы вы подсоединили бы сами PlayStation 2 к монитору, к телевизору с компонентным входом, например, к кинескопному или не кинескопному, то есть в таком духе. То есть. Для людей, которые как бы интересуются с пытливым как бы умом, а не просто чтобы для
шоу, там показывают всякую хрень и с нарезками и всякими переходами. Вообще такого рода upscan конвертеров и всякого рода видеопроцессоров очень много на рынке, особенно на AliExpress, если кому интересно. То есть кроме Gombis 8200, вот этой платки, да, еще есть множество других видеопроцессоров, так сказать, которые вам помогут правильно или неправильно показать картинку на экране. Большинство из них, конечно, дерьмовые, то есть они имеют input lag, если речь идет о тех видеопроцессорах, которые переделывают из аналогов цифру, то есть из, скажем, композита из видео или компонента в HDMI, скажем так. Сейчас спущу, например, Res, одна из Dreamcast-овских, по идее, игр, но которая была перенесена на PlayStation 2 в свое время. Последок какую-нибудь еще одну игру для показа, как она выглядит через компонент. Thank you.
Давайте-ка, наверное, файтинг Хокута но Кен. Да, там. あらゆる生命体が絶滅したかに見えた。だが人類は死滅していなかった。 Crystal King. Да, конечно, здесь качество картинки прям супер, просто супер. Вот реально краски, вот реально вот в этом что-то реально есть, блин. Кинескопы просто. The time of retribution. Battle won. Decide the destiny. Блин, как всегда, еще одна игра от Arc System Works, которая на паузе, на темный экран становится. Короче, сейчас вот напоследок, сейчас вам покажу, как выглядит это, по крайней мере, игра. Опять же, тут в игре, видимо, применяется технология, я забыл, как там называется, типа сглаживание, но там более правильное есть слово для этого всего. Забыл, как оно там называется. Но здесь видно, что картинка, в принципе, на уровне. Опять же, камера, может, этого не регистрирует для вас, но качество прям реально отпадное. Мистер Харт. И Кенширо. Ну, в принципе, да, на кинескопном телеке самое оно. Картинка не смывается. Четкость, контрастность, без подсветки, все как оно есть. Цвета просто супер. Вот. Ну, опять же, в зависимости от игры, как бы, да, там еще все еще зависит, как бы, все эти глюки там с графикой или артефакты непонятные в компоненте. Но, в общем-то, играть можно через компонент. Вот.
Ладно, я думаю, на этом все на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Такой вот был, опять же, интересное в кавычках видео про такую вот штуку, как компоненты PS2 и через уже на этот раз Gombis 8200. Вот. На уже кинескопном мониторе. Я бы, конечно, бы еще бы потестил бы, скажем, через какой-нибудь телевизор с компонентным входом, через, ну, на кинескопном, например, на поздних Sony Vega там, или на еще на каких-нибудь поздних Samsung'ах, которые там тоже пытались вместить еще компонентный вход. Ну ладно, я думаю, это как-нибудь в будущем, скорее всего, потому что сейчас вообще это невозможно ничего из этого. Ладно, всем до скорой, всем покедово.